33 года. Три метода лечения. То, что мы говорили, да? Какие рекомендации? Что по первичному лечению? А, микрофон, да? Ну, на мой взгляд. Экзофитная форма опухоли, объем опухоли более 40 мм. Отсутствие поражения лимфатических узлов. Схема химиотерапии выбрана, в общем-то, нестандартная, но в любом случае она действующая. Интервал тоже, в общем-то, несколько нестандартный, но он действующий был. И возможности лучевой терапии. Что здесь нужно учитывать? Что имеется низкий риск прогрессирования, и в этом случае адъювантная лучевая терапия, конечно, не может быть показана. Ну а что касается транспозиции яичников для такого возраста, то в рекомендациях они отсутствуют. И на сегодняшний день вот вы видите вот эти рекомендации по лечению рака шейки матки. На мой взгляд, конечно же, в общем-то, я бы провела ей адъювантную радикальную гистерэктомию, а потом уже по результатам лечения проводила бы и химиолучевую терапию. Спасибо за внимание.